Поехали мы кататься на лодке. Это конечная станция Вальтикерс. Выходные дни работает только одна ветка, их всего 4. Зависит это от количества остановок, которые делает корабль. Соответственно, на каждом причале огромное количество зазывал с более дорогими лодками. Сразу говорите, что вам нужна лодка за 15 бат, и они вас направят куда надо.
вообще Шангри-Ла наша.